На коленях бессильный становится сильным, потерявший надежду вновь ее обретет. На коленях источник воды животворной у потоков тех сердце отраду найдет. На коленях огонь возгорается в сердце, исчезает тревога суетности дней. Все земное, как пар, растворяется в небе. Доверять хочешь Богу все сильней и сильней. Хоть не просто часто все доверить Иисусу. Разум, плоть сильно так восстает. Только сила Христа нам дана для победы. На коленях ее каждый там обретет. Мы не сироты в этом мире огромном, не оставлены здесь, на земле мы одни. Умолял Бог Отца, что послал Он нам Духа Святого. Не оставлены мы, сила есть для борьбы, сила есть для побед. Отчего часто так унываем? Почему от людей часто помощи ждем? Если Дух Святой с нами, отчего же страдаем? Почему от людей часто к людям идем? Умолял Бог Отца, сколько в этом сокрыто. Умолял Бог Отца, знал, наверное, Он, что так мало для Него будет в сердцах места. И так много земного возведется на трон. Дух Святой нам не просто оставлен, хочет силой церковь свою наполнять, хочет на высоты свои поднимая, хочет изливать свою благодать. Он приходит на наше служение, видит сердце, желание, мечты. И порою и больно, и стыдно, что от святости так далеки. Он приходит на наше служение, но так часто не готовы мы ему сердце всецело отдать, доверяясь Господней воле и смиренно за ним только шагать. Еще часто земное прельщает, еще красочным кажется мир, но кто силу ту Божью познает, будет в небо держать ориентир. Пересмотрим источники жизни и исправим кривые пути. На коленях пред Богом смиренно поспешим очищать все плохое внутри, чтобы нам было быть сосудами в чести, Дух Святой не томился, что в нас, чтобы сила была для победы, чтобы радость сияла в сердцах. Дух Святой нас наставит, утешит, и путь древний поможет найти. Только б нам постоянно в совете быть с небом, только б нам не сойти с этой узкой тропы. Не оставлены мы, не одни в этом мире. Дух Святой сегодня среди нас, и сегодня Он нежно касается сердца, и сегодня Он делает работу среди нас. Он не раз приходил, Он не раз утешал, хоть мы были этого недостойны, ослабевшие руки не раз укреплял. Не страшны с Ним ни бури, ни волны. На коленях бессильный становится сильным, там усталое сердце покой обретет. На коленях источник воды животворной, всякий жаждущий пусть приходит и пьет, чтобы больше было в сердцах места Духу Святому, чтобы вместе, ликуя, победно петь песню
и получить там обещанный Богом венец. Слава Богу!